Всем привет, с вами Грейбилз и самый известный, скажем так, герой немецких короткометражек, главный трубочист, легенда игровой индустрии. Да-да-да, это же Супер Марио, самый известный сантехник в мире. Давайте начнем играть. И по ходу уже посмотрим, на что способен этот сантехник. У меня никогда не было приставки, но приставка была у моего друга, а играли мы крайне редко, потому что такой ходил миф, что приставка садит телевизор, и, собственно говоря, взрослые не хотели остаться без телевизора, а мы просто ходили и плакали. Так. Теперь я отыграюсь, и я помню этого усача, я помню этого Марио. Ты мне за все заплатишь. Так, вот он появился. О. Вот он появился. А прыжок? А, ты же должен прыгать. Товарищ Марио, оборзевший, не хочет прыгать. Сейчас мы перезапустим. Возможно, я что-то не то нажал. Так, World 1. Чё, сейв? Да блин, ну, ребята, ну как чё с... О, что-то нашел. Ага, Z. Все, я выбрал. Пошли вы все в задницу. Ай, Марио, Марио, Марио. Так, мы бежим, мы бежим. Так. Это у нас еще что? Эп. Разгон, гоп. Давай еще раз, олимпийский чемпион Марио. Мне, конечно, может, здесь что-то продавить надо. Сейчас я пробежусь по клавиатуре и узнаю его все суперфункции. А, это пауза. Ну, короче, наверное, кроме прыжков у этого усача ни черта нет, но он как бы не достает до того, как мне надо запрыгнуть. Но сейчас я попробую пойти другим путем. Наверное, только заставка. Вот я натупил. Save game. Delete button. Шлоп. И что? А, это если я хочу сохранить. Ой, этот удалить. А как сохранить? Что-то разрабы вы какие-то, блин, мутные. Не могли Марио. Я даже сейчас, имея супер крутой, сверхмощный комп, я не могу поиграть Марио. Вы что, офонарели? О! О, нихрена себе, проскочили. Так, мы бежим, мы бежим. Оп! Красавчик. Не понял. Это какой-то странный, наверное, фильм, как бы. Я же больше не запрыгнул. Господи, господи, Марио, что делать, Марио, не паникуй, Марио.
В общем, не знаю. Что-то она мне уже надоела. Эта игра великолепная, легендарная. Даже не знаю, что вам сказать, если честно. Ну, графон, как всегда, на высшем уровне. Ну, по сравнению с Dandian, это действительно так. Вот. В общем, как бы, ну, смотрите сами. Это Super Mario Bros. 3 Mario Forever. Игра так называется. Я вам просто вначале сказал, что это Марио. В общем, ну не знаю, блин. Думайте сами, потому что я как бы завязываю, я не хочу в нее играть. Я думал поиграть ее, может даже сделать прохождение, но здесь что-то натупили жестоко фанаты Марио, потому что это фанатская игра, насколько я так понял. Так, мы проскочили и... Ну и сейчас попробую. Уговорили, сейчас я попробую запрыгнуть этим усачом. Че, он зигует, что ли? Посмотрите, как он руку держит. Эх ты, Гитлер. Эх ты ж, замаскированный итальянский Гитлер. Я тебе верил, ты такой мерзкий. Ладно. Все, в общем, не хочет он. Только зигать умеет. И, в общем, на этом как бы все. Получилось очень постно и дохло, но что имеем, то имеем. Собственно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, ребята, всем удачи и пока. Пока. Сказал как Нагиев.